Итак, следующая вкладка Dense Hair Settings включает в себя все опции по управлению плотностью волос. И первый пункт Hair Count позволяет управлять количеством волос во вьюпорте и на рендере. Чтобы включить управление, отмечаем пункт View Count from Render. И тогда можно менять количество отображаемых волос во вьюпорте или рендере. Но данная опция не работает с Wide S Hair и Vertex Distribution. Почему, я уже говорил в предыдущей части. С остальными же видами эта опция работает прекрасно. Давайте выберем какой-нибудь из этих четырех видов. Обычно я выбираю Random Array Base. И поставим количество волос на рендере, например, 10 000. А параметром Percentage вы можете управлять процентом отображаемых волос во вьюпорте. Например, чтобы не тормозил вьюпорт, можно поставить 5% отображения, но на рендере будут все 100%, в данном случае 10 000. Эта функция особенно удобна для GPU рендеров, которые не 100% поддерживают Ornatrix, например, Octane. Ему нужно указывать 100% во вьюпорте, чтобы рендер видел все волосы и выводил их в фреймбуфер. V-Ray в свою очередь поддерживает 100% и можно во вьюпорте поставить даже 1%. Следующая опция Export Object Type определяет, будут ли генерироваться густые волосы или направляющие. Иногда во время моделирования полезно проводить интерполяцию между результатами для увеличения или уменьшения количества гайдов. Как раз эту опцию можно использовать для этого. Далее идет опция Dense Distribution Settings, которая позволяет загрузить текстуру и управлять распространением волос. Черный цвет – нет волос, белый – есть. Также, если вы привыкли рисовать стандартную маску, когда черный отвечает за положительный результат, можно просто инвертировать результат, нажав на иконку с черным и белым цветом. А иконка рядом позволяет использовать каналы, о которых мы говорили ранее, или Vertex Color. Далее идет опция, которая отвечает за расстояние между гайдами во время генерации волос – Guide Proximity. С помощью параметра Distance можно управлять этим расстоянием. Во время использования данной опции рекомендую ставить малые значения и постепенно их увеличивать. Таким образом, вы сразу будете видеть влияние изменений на результат. Чтобы понять, как работает следующая опция, давайте поставим Percentage на 20% и отметим галкой данную опцию Use Guide Faces. При использовании данной опции посадка волос происходит только на фейсах, которые ближе всего к направляющим. Используя значение параметра Iterations, можно контролировать, насколько близко к фейсу будут расположены корни волос. Одна итерация означает, что корни волос будут расти оттуда же, откуда и гайды, то есть практически равносильно использованию метода GuideAsHair. Если поставить 100%, мы сразу увидим, что волоски растут по гайдам и немного рядом с ними. Если же увеличивать значение итераций, то корни начинают расти на фейсе, который находится рядом с фейсом, на котором уже расположены гайды. Эта опция очень полезная, когда вы строите свою прическу из сплайнов или гайдов FibreMesh в ZBrush. Выключение данной опции приводит к возврату того состояния, когда волосы растут по всей поверхности, в зависимости от выбора типа распространения. Функция Strand Instancing – это древний артефакт с прошлых версий, которому не уделялось много внимания. Поэтому разработчики все еще работают над ней и обещают в следующих билдах сделать ее работу более понятной. А сейчас же двигаемся дальше и не обращаем на нее внимания. Далее идут параметры интерполяции, которые кардинально могут изменить внешний вид и поведение плотных волос, как подмножество направляющих. Всякий раз, когда мы настраиваем и пересаживаем пряди волос, они интерполируются, чтобы достичь плавного перехода от гайда к гайду. Давайте же разберем эти четыре параметра поподробнее. Первый вид интерполяции – Polar Interpolation. Использует внутреннее пространство пряди, и интерполяция происходит посредством трансформации вращения. Данный метод приводит к самому плавному результату. Для каждой созданной ориентации пряди волос определяются нормали поверхности, как у кривых объекта, на котором создаются волосы. Поэтому пряди изгибаются в соответствии с этими кривыми. То есть пряди интерполируются в их локальном пространстве, так что вы сразу заметите их вращение, которое не всегда идеально, особенно для длинных волос.
При правильном использовании только несколько гайдов по всей площади может потребоваться для формирования объема волос. Недостатком этого метода является то, что полярная интерполяция будет иметь два полюса или углубления, где не будут четко определены волосы, и они будут иметь обратное направление. Если вам нужна только часть вашей охваченной поверхности, или если поверхность не полностью круглая, этот метод подходит лучше всего. Следующая интерполяция – Affine Interpolation, которая использует близкие друг к другу гайды и интерполирует в пространстве объекта. В отличие от Polar Interpolation, этот тип интерполяции не принимает во внимание информацию о поверхности. Вместо этого интерполяция происходит между прядями. Допустим, есть два гайда – A и B, и мы создаем плотную прядь волос C, которая будет расположена прямо посередине между A и B. Исходя из этого, кончик пряди C будет лежать в середине линии, образованной кончиками гайдов A и B. Так и работает данная интерполяция. Следующая интерполяция – Barycentric Interpolation, которая использует распределение вершин меша для своей работы. Когда вы назначаете модификатор Hair from Guides, это значение стоит по умолчанию, и это самый надежный метод. Для того, чтобы интерполировать волоски между направляющими, этот метод использует базовую топологию меша и информацию о поверхности. Работа данного метода возможна только если у вас есть два этих типа информации. Во-первых, для каждого вертекса в располагаемом меше рассчитывается информация о ближайшем гайде. После для каждого волоска просматриваются ближайшие вершины на меше, и информация из этих вершин используется для определения того, какие гайды будут использоваться для интерполяции. Недостатком данного подхода являются требования. Первое. Сетка меша должна быть относительно плотной, из чего следует второе. Если у меша слишком мало вертексов, то вы можете потерять информацию о гайдах. Далее у нас идет Segment Interpolation. С помощью данного метода можно достигнуть лучших результатов, если у вас есть гайды, которые сильно меняют форму, и в результате вы хотите, чтобы смешивание между этими гайдами было гладким. Данный метод смешивает гайды с использованием их отдельных сегментов и пытается их слить в общую длину каждой пряди. Для данного метода можно использовать эти три опции. Первая – без интерполяции гайда, вторая – интерполяция между двумя гайдами и третья – интерполяция между тремя гайдами. Для первых двух типов интерполяции вы можете контролировать количество гайдов, что приводит к интерполяции каждой плотной пряди между ними. Установка первого метода приведет к отсутствию интерполяции на всех гайдах. Каждая плотная прядь будет автоматически копировать положение ближайшего гида. Установка же этого значения в третье положение приведет к треугольной интерполяции, где каждая прядь будет копировать среднее положение трех ближайших гидов. Однако следует отметить, что Barycentric Interpolation всегда использует три гида, и установка низкого количества онных приведет к зависимости длины волос от того, насколько близко будут расположены два или один гид между ними. То есть эту опцию можно использовать и с Barycentric Interpolation. Итак, с типами интерполяции все, рассмотрим опции, которые идут ниже. Это UCV Coordinates, Interpolate Lengths и Automatic Patterns. Если включить первую опцию, то происходит интерполяция гидов по UV координатам. Происходит как бы интерполяция длины и положения волос. Это очень полезно, когда используется Automatic Patterns, о котором поговорим позже. Interpolate Lengths – это опция, которая интерполирует длину волос и работает только с Affine Interpolation и Barycentric. Если включать данную опцию и выбрать один из этих типов, мы заметим, как длина волос сглаживается между гидами, плавно изменяется. Теперь поговорим отдельно об Automatic Patterns, но уже не на примере шарика, а на примере плейна с гидами. Итак, создаем какой-нибудь такой плейн, сегментацию оставляем такую же и, переключившись в Front View, рисуем несколько гайдов, ставим их по центру и клонируем таким образом.
после чего оттачим их в один объект и превращаем в волосы. В модификаторе GroundFromShape ставим количество точек равным 20. В GroundStrands привязываем наши гайды к плейну. Поверх GroundStrands создаем модификаторы EditGuides и HireFromGuides. В итоге получаем такой волосяной покров. Но мы же хотим, чтобы происходило разделение волос между нашими гайдами. Для этого и будем использовать AutoPatterns. Давайте включим AutoPattern и EnnerThreshold поставим равные единице. И мы сразу же увидим разделение между гайдами. Также можно поставить опцию Use Guide Faces и уже заметим еще большее разделение. Для автопартинга лучше использовать Affine Interpolation или Segment. Они позволяют достигнуть лучшего результата, чем Barycentric. Давайте Render Setting поставим поменьше, чтобы было лучше видно результат работы партинга и ViewCount на 100%. Также для большей управляемости мы можем выключить автопартинг и нарисовать вручную нужные нам разделители. Для этого нажимаем на OX Hair from Guides и выбираем под объект Partings. Выключаем отображение волос, чтобы удобнее было рисовать партинги, и приступаем. Нажимаем кнопку Create и кликаем сначала на один Vertex Mesh, затем на противоположный. После чего нажимаем правую кнопку мыши и снова повторяем операцию для всех сплайнов. И теперь, если снова включить Hair from Guides, мы увидим разделение по этим партингам. Можем даже выключить Use Guide Faces, и партинги все равно будут работать. Давайте удалим партинги, для этого переходим снова под объект Hair from Guides и, выделив их, удаляем с помощью кнопки Delete. Сразу же можно заметить разницу, если выключить Use Guide Faces. Как видите, разделение не происходит, если все партинги удалены. Если же вы не хотите создавать партинги вручную, а метод автопартинга вас не удовлетворил, то для этого случая можно использовать черно-белую карту или градиент, который можно подгрузить в слот Parting Group Map. Давайте снова выключим Hair from Guides и на Plane назначим черно-белый градиент для видимости изменений. Включаем отображение текстуры в Viewport и настраиваем наш градиент. Задача состоит в том, чтобы эти четыре части сделать по очереди черными и белыми. Теперь, после того, как карта готова, перетягиваем ее в слот Patching Group Map и включаем Hair from Guides. В итоге что мы видим? Если нашу карту удалить, разделения нет. Если ее снова назначить, появляется разделение. То есть она работает. Естественно, можно еще настроить градиент для лучшего результата. Включаем Use Guide Faces, чтобы лучше увидеть разделение по цветам. Также можно еще поэкспериментировать с градиентом, выключив Guide Faces и наглядно увидеть, что происходит. Если помните, я говорил о использовании галки UCV Curves вместе с этим методом. Так вот, ее нужно использовать, чтобы убирать всякие ошибки партинга, например, эти вылезшие волосы. В итоге будет более качественное разделение прямо по градиенту. На этом разбор модификатора Hair from Guides заканчиваю. В следующем уроке я разберу все модификаторы на специальной панели Ornatrix. Новости об уроках и процент готовности следующих можно смотреть в моей группе ВКонтакте vk.com/charlietoots. Процент готовности загружаю на стенку. Также, если у вас есть вопросы по Ornatrix, можете писать их в специальную группу vk.com/ornatrix3dsmax в рубрике «Вопрос-ответ». С вами был Кривуля Андрей Чарли. Если вы поставите этому видео лайк, то мне будет очень приятно, ведь я старался. Подписывайтесь на канал, чтобы не пропустить новые выпуски с помощью кнопки Subscribe. Делитесь с друзьями через кнопку «Поделиться», не жадничайте, ведь они тоже хотят получить эти знания. Также можете перейти в группу, нажав на значок ВКонтакте. Пишите ваши пожелания, комментарии и вопросы. Если кликните на превью, то сможете посмотреть первую часть обзора Hair from Guides. Если же вы кликните на другие из иконок, то вы попадете на один из сайтов с моими моделями и портфолио. Astration 3DD и CG Trader соответственно. На этом урок заканчиваю. Следите за новостями в моей группе. Всем мира!